Блокчейн послужит для Американского агентства оборонных исследований. Как говорит недавно опубликованный пресс-релиз, соглашение о создании корпоративного чата на базе блокчейна было недавно подписано между руководством военных исследователей и индианским концерном технологий обрабатывающей промышленности ITA-MCO. Концерн выиграл тендер и теперь разрабатывает безопасную платформу для внутреннего использования, которую невозможно взломать. Данная платформа будет использовать блокчейн, чтобы обеспечить полностью защищенную пересылку данных между сотрудниками бюро. На практике такая платформа используется также для коммуникации между сотрудниками разведки и Пентагона.